Привет, Самара ГИС. Я Мышечков Владимир Павлович. Хочу прочесть вам стихотворение о России. Берегите Россию, нет России другой. Берегите ее тишину и покой. Это небо и солнце, этот хлеб на столе и родное оконце по забытом стеле. Берегите Россию, чтобы сильной была, чтобы нас трудный час от беды сберегла. Ей неведомы страхи, и крепка ее сталь, и последней рубахи ей для друга не жаль. Берегите Россию, без нее нам не жить. Берегите ее, чтобы вечно ей быть нашей силой и правдой, нашей гордой судьбой. Берегите Россию, нет России другой.